Покровский храм города Белореченска был уничтожен в годы Безбожия, но сегодня Покровская община возрождена. Богослужение проводится в приспособленном помещении. Подробнее о жизни прихода в следующем материале. Кубанский город Белореченск расположен в предгорьях главного Кавказского хребта. Свою историю он ведет с 1861-62 годов, сначала как казачья станица, а затем город. Сегодня это административный центр Белореченского района. В городе действует два храма. Свято-Покровский – преемник самого первого Белореченского храма, который казаки построили в станице в 1864 году. К сожалению, тот первый храм в 30-х годах прошлого века был разрушен неблагодарными потомками. Нынешняя церковь открыта после 90-х годов во многом благодаря ходатайству местных верующих жителей. В 1996 году образовалась община православная, которая начала хлопотать об открытии храма. И владыка Филарет, тогда еще был Маяковский и Армаверский, он дал благословение на это. И здесь сначала в одном месте хотели построить его, потом в другом. Потом вот это здание киносети районной, оно как раз было в таком заброшенном состоянии. Ну, в общем-то, его передали по решению горсовета того времени. Само здание, в котором сейчас действует Покровский храм, было построено еще в 1910 году. Тогда здесь расположился кинематограф. Когда началось восстановление разрушенного храма, это здание стало лишь подсобным помещением будущей строящейся церкви. Однако со строительством по нескольким причинам возникли проблемы, а в помещении потихоньку начали служить, благоустраивать его. Со временем внутри здание приобрело вид довольно благолепного Дома Божия. Да и верующие жители привыкли приходить сюда молиться. Так и остался Свято-Покровский храм в здании бывшего кинотеатра. Сегодня в Покровском храме ежедневно совершаются службы. Здесь же в здании есть комната для воскресной школы, где по воскресеньям педагоги проводят занятия с детьми. В планах строительство колокольни и двухэтажного причтового здания, в котором можно было бы разместить трапезную, конференц-зал и школу для взрослых. Восстановление Покровского храма Белореченска – это еще и дань предкам, которые, когда-то основав станицу, позаботились и о Доме Божьем и посвятили его святому Покрову Пречистой Богородицы.